Добрый день, докторишку вызывали? Да-да, проходите, у Масяни что-то живот разболелся. А чё у вас такие усы-то? Профессиональный этикет. Так, ну что у нас тут, давайте-ка взглянем-ка. Ой, доктор, что-то у меня вот тут, колется что-то. А чё это у вас усы такие, а? Это, Масяня, профессиональный этикет. Так, плохо дело, придется понадрезать. Ой, что-то боюсь я. Крюдзель, что он там делает-то с такими усами? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, фу. О, господи, ну и сон. О, мать моя женщина. Какие же страшные у него усы-то все-таки были. Ой. Проснись, чебурек, у меня что-то внутри растет. Ой, ну Масянь, ну ты ж просто беременная. Ну Масянь, ну фу. Ах да, блин, кстати. И как я только вляпалась в это? Чё, продемонстрировать? Ты, шутничок, Пьер Ришар. Во-первых, подуху отдай. Не, ну куда тебе? У тебя и так уже 5 подух. Во-вторых, ну-ка давай дуй в киоск. Чё-то мне захотелось волосатый фрукт рамбутан. Ой, ну блин, ё-моё. Так, ты чё, отказываешь беременный? А? Конечно. Ну или купи маракую какую. Какую маракую? Какую-нибудь какую маракую. Скажите, есть у вас маракуя? Мара что? Куя, маракуя такое. Какуя? Маракуя, такое маракуя. Какуя маракуя? Какого кукуя? Мара кукуя. Маракуя. Фу, блин, ну, или какой-нибудь волосатый фрукт рамбутан. Слушай, ты волосатый рамбутанг, и она сейчас с той стороны двора. Не-не-не, это у нас просто первый триместр. Тогда вам соленого огурчика. Хотите? Не хотите. Уж хотите? Не хотите. Это стереотип. Тут вот надысь у нас лохматый заруливал. Так вот, что было. И, Масянь, может, тебе лучше соленых огурчиков? Запомни, Гогель-Могель. Каждый второй кретин мне про соленые огурчики вещает. Это сраный стереотип. Понял? А теперь вот жри, давай, жри. А теперь давай поворачивайся спиной. Может, не надо? Надо, Федя. Надо. Так что вы уж мне лучше дайте что-нибудь волосатое, но съедобное. Как бы оно там ни называлось, да и хрен-то с ним. Давно припёр! Да волосатый же рамбутан же, как просила же. А это чё? А, ну это я твой айпад съела, случайно. Чё-то захотелось вдруг. Зачем? Никто меня не любит, не жалеет. Зачем я такая дура залетела? Пошел вон отсюда, козел, такой дурак, такой вонючий бублик! Пошел ты, черта! Сразу за тебя все! О, дикий зверюга! Пойду-ка я лучше в ЖЖ кого-нибудь затроллю. Зла. Крюдель, иди сексом заниматься! Я занят! Да и вообще, стрёмно там как-то все это. Чё-то сиськи у меня набухают стали. А ну дуй сначала в душ, сука. Что там делать, один хрен воняешь, а ну марш обратно. Ну все равно, что еще воняешь. Ну воняешь же до сих пор. Ну Масяня, да у тебя нюх просто обострился. Это у тебя вонючесть обострилась, скунс варсиностровский, а ну марш в душ опять. Да я же просто вспотел в душ бегать. Засада. Какой в жопу секс. Эй, а ну-ка, покажи-ка еще раз эту фотку. Да это не фотка, это УЗИ. О, и красавец наш какой, смотри, загляденье просто. Несмотря на то, что ты папаша. Хе-хе-хе, вообще тюмовой краса. Ой, чего это? Чего? Смотри, вот так вот. Ой, смотри, ой. Чего? Ой, ужас-то какой. Ой, боже мой, смотри, на Гитлера похож. Масянь, ну ты что, спятила? Вот так вот, на Гитлера похож. Аборт еще не поздно. Остановите автобус. Масянь, ну ему 3 месяца всего, там червяк еще какой-то. Какой нафиг Гитлер? Остановите автобус. Слышь, Крюдзель, напомни-ка мне, зачем мы с тобой еще одного человека в этот идиотский мир мучиться тащим, а? Ну так правильно. Без детёв в этом мире вообще ничего хорошего толком и не было. Для того и рожают. Дерьмецо разбавить. О, толкается, слышь? Хочешь послушать пузо? О, тем, давай. Где? Здесь? Реальность кусается. Толкается, вернее. Да, лохматая жизнь у нас пошла вообще сахар. Веселый цирк. Вообще, в кому мы превращаемся, хрен знает.
Да вы из-за балдуев в людей превращаетесь. Мама моя так говорит. Мам твоя, да. Спроси ее только. Давай я тебе лучше прикол покажу. Смотри, я тут видеокамеру оставил включенную и заснял, как Масяня ногти красит. Приколись. Не вышло. Сейчас.